два, три. Его что, исправили? Нет. А посмотри на эту птичку с красными глазами. Она такая милая. Не, про маленькую, на маленькую. Но она тоже милая. Они такие, что? Они пофиксили баг? Где еда? Лови ее! Она это вкуснятина! Злые! Нам надо вернуть этот баг! Я Соня. Всем привет, я папа. И сегодня мы будем играть в Feather Family. Играем в семью птиц. Обновление, новая птица. Хавк. Хавк. Ястреб. По-русски ястреб. Это он уже? Да. Покажи его вид спереди. По-моему, он только проснулся. Соня, это кто? Он что? Он оделся в шубу? Он замерз? Да, мне очень холодно. В общем, это я. Так. Вот там вот папа сидит в гнезде, а это Юля, шампунь. И тут идет дождь. Так все пасмурно. Дождь идет? Да, смотри, как холодно. Ой, как он ходит смешно. Ребята, посмотрите. Тут шашлыки. Давайте вместе шашлыки вот возьмем. И так. Будем смешно ходить. Вот, посмотри. Ой. Вот это кто, подписчик? Я не знаю. Он убежал. Давай напишем привет. Как они кричат. Мне страшно. Ой. Ну, давайте брать шашлык. Вот. Давай. Они как-то трещат. Ага. Раз, два, три. Быстро. Раз, два, три. 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 У меня почему-то не берется. У меня не получается. Ага. Раз, два, три. А вдруг исправил? Исправил? Ну-ка, давай еще раз. Раз, два, три. Его что, исправили? Нет. Стая птиц. Что? Почему? Соня, меня уносит цапля. Прощай. Она меня в гнездо, главное, куда-то. Я на всякий случай шашлык с собой возьму. Пошлите куда-то туда. Идемте. А я к мостику там. Да я к мостику тороплюсь. А по-моему, эти козадои тоже в этом гнезде появлялись, да? Да. Смотри, вон какая-то птичка, пойдем к ней. Надо ее съесть. Надо, наверное, вкусная. Сейчас я ее попробую взять. Она не берется. Сейчас я ее съем. Она, наверное, вкусная. Да, она очень вкусная. Ням-ням-ням. Какая вкусная птица. Какие глупые малыши. Так же не едят. Так, давай еще раз попробуем взять. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Это пофиксили. I'm rich, окей? В описании на... О, исправили шашлык наш любимый. Нет. Что же делать? Я сейчас прочитаю. Нет. Мы теперь не сможем брать и показывать баги такие. Все. Это конец фильма. Пора вырвал. Ребята, что вы думаете про это? Напишите в комментариях. Да, это сильно грустно или это супер-гипер-мупер-фупер грустно? Напишите. Некоторые баги, они полезные. Но их исправили. За что? За что? Остается только посмотреть, что там произошло. Что? Пингвин с неба упал. Что это? Остается только крутиться. Это я. А кто это я?
Мы ведь вчера играли, в общем, мы вчера играли в Билдбоц, ну там мы снимали, мы не снимали видео. И там вот эта подписчица наша, вот, привет, остается только грустить про этот бедный шашлык. А посмотри на эту птичку с красными глазами. Она такая милая. А, не, про маленькую, на маленькую. Но она тоже милая. Она грустит. Тоже, что баг пофиксили. Вот мы все... Или это недоумение некоторое? Они такие, что? Они пофиксили баг? Что? Теперь больше ничего не будет смешно. Смотри, вот взрослый ястреб какой, вот он. Ой, он такой красивый. А, это Милана. О, это Милана? Привет, Милана. В общем, это Милана, вот. О, давайте, да, давайте вырастать. Я еще ничего не ел. Я тоже. Ну, мне не важно. Как я вырасту, если на голодный желудок не вырастаю? Сейчас я тебя поклюю моим магическим клювом. И вот ты вырос. Спасибо. Теперь я еще больше хочу кушать. Взрослая птица. И мы еще больше будем грустить про бак. Я еще такая еду. Грустная музыка. А вот это не еда? Где еда? Лови ее! Она это вкуснятина! Ну а что, ястребы охотятся на мелких? Ой. Я шел и упал. Смотри. Смотри. Я шел и упал. Я шел и упал. Ню. О, какая вкусненькая птичка. Очень хороший обед для нас. Просто вообще. Это рай. Какая вкусная птичка. Она аж подскакивает. Ай, мы клюем. Он такой. А вот что от него осталось, смотри. Тут лебедь Егор, он, наверное, тоже вкусный. Лебедь Егор. Ню-ню. Привет, лебедь Егор. Ну чё, как дела? Тут какие-то птицы враждебные, эти ястребы. Вот они злые. Очень злые тут видно. Ой, он улетает. Давайте за ним. Полетели за ним. Полетели, еда, еда улетает. А он такой медленный, да? Да. Егор. Кыш отсюда, лебедь Егор, кыш. Ну... Что он не ястреб? Нет. Он такой, ну все, летим. Сейчас подожди. Пусть он чуть-чуть подлетит. И я за ним полетела. А шашлык? Точно, шашлык. Соня, а может попробуем какой-то другой предмет? Так, телепортируемся в вилледж. Может, цветочек можно взять? Раз, два, три. Что же мы теперь будем делать-то без бага? Как же мы будем летать и показывать птиц, которые кверх ногами? Вот вы ладно. Мы очень злые. Сердитые мы. Мы теперь... злые! Злые! Нам надо вернуть этот баг. Это недоразумение какое-то. Это очень плохо. Невозможно так жить на свете. На свете Мистер Фэмери. Но сейчас подожди. Я пытаюсь взлететь. Давай. Что-то... Сейчас мы тебе помогаем. Сейчас, давай. О-о-о, ура, получилось. Получилось. На дом, я лечу на дом. Хорошо, сейчас я чуть-чуть попорхаю. Ух, у меня даже получилось. Тут вот можно полетать вокруг. Они красивые птички-то. Вот я могу показать, вот как все снизу там летают. Давай. Вы можете снизу летать. А я буду тут сидеть. И грустить о баге. Да, вот даже смайлик грустный. Давайте грустить вместе. А я в воздухе завис. Я в воздухе сижу, посмотри. Да.
Да, так удобнее. А мне... О, прям в камеру полетело. Но можно танцевать. А танц не работает. Смотрите, я кувырки в воздухе делаю. Нет, тоже не работает. Все исправили. Ого, вот смотри, бывают такие. Хоп, переворот. Двойной переворот. Хоп. Ага. Ну давайте полетели в Skylands. Полетели. Долго ли, коротко ли? Долго ли, коротко ли летели ястребы в солнце? Нет, в рассвет. К солнцу. К солнцу. В рассвет. Они набирались до Skylands. Только через 1000 лет. А давайте вот в пещеру. Ладно. Но не сейчас, а то ты упадешь. А я вижу ее. О, а тут неплохо. Тут облачка какие-то. Угу. Тут цветочек. Ты видела? Да. Аленький. Так, а что еще тут было исправлено? Я сделала гнездышко, похожее на это дерево. Оно проколото. Вот здесь. О, Соня, написано, что теперь, если тебя кто-то несет, и ты нажимаешь прыжок, то ты вылетаешь из клюва там. Давай попробуем, я перезайду. Хорошо. Нет, или давай я перезайду. Давай. Я буду очень миленькой, но вы не будете знать, кто я. Ну, ой, давай, а давай, тут давай. Такое скользкое все. Да? Да, я тут катаю. Спасибо. Ты где, малыш? Я тут. Я тебя не вижу, ты такая маленькая. Ой. Ну, меня топчете. Прыгни ко мне вот здесь. Ты куда? Привет. О, и теперь нажми прыжок. Ай, ты куда? То есть теперь, если нажимаешь прыжок, то выпрыгиваешь. А под водой можно летать все еще. Соня, смотри, под водой можно летать. Это не исправили. Сейчас я посмотрю, сейчас. А может меня кто-нибудь взять? Я плавать не умею. Сейчас я выйду на берег. Давай на берег, да. Так, а где ты? Да я плыву. А, вот. Ура, я поймал добычу. Я поймал добычу. Сейчас я на тебя накричу злым птенчиком. Ой, я выплюнул. Это очень злой. Злая добыча. Нет, все, я улетаю в отпуск. Ладно, я в цветочек пойду, все, я в цветочке. А можешь вырасти, а то тебя не видно даже. Да я тогда еще... Меня все еще не видно. Ой, куда убегаешь? Добыча. О, нет. Нет, это сильно злая добыча. Ох ты. Оп. Нет! Не сбрасывай меня, правда, я не могу спрыгнуть! Почему не можешь? Не знаю! Нет, ладно, не сбрасывай меня! А там, когда сидишь на спине, можно, да? Потому что ты сидишь, а когда ну, тебя взяли... Ну смотри! Я вот так вот... Я вклю... Так, а вы где? Меня выбросили. Выбросили? Да. Все, я пошла на базу. На базу? Ладно, иду на базу. Соня, они что, топают, когда ходят, да? Да, тут лед. Ой, я падаю. А тут лед такой. Папа, тут такой лед. Ты не чувствуешь, как вот тут скользко? Папа, я съезжаю. Нет, я не чувствую. Там не замерзни. Заерошишь. Мне холодно. Иди к нам греться. Добыча. Я тебе не добыча. О нет, опять пришел этот малыш. Грозный. Вот сейчас можешь спрыгнуть? Да, могу. Меня сгоняют. Слушай, я не добыча. Нет, я не добыча. Все, давай, греби. И вот ты пропал, птенчик.
Ну а на сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал, подписывайся на Дискорд, на Инстаграм, на Твиттер, на ТикТок. И пока-пока. Вот я тебя грею. Ой, кажется, тебя сейчас съедят. Я не добыча. Ой, какой грозный малыш. Ребята, ставьте лайк, мы тогда узнаем, что вам понравилось, и будем снимать еще. Да. И подписывайтесь на наш новый канал на английском языке. Ссылка в описании к этому видео. И мы будем делать еще больше кувырков, как делает шампунь. И спасибо ребятам, кто зашел с нами поиграть. До встречи в новых видео. Да. Пока.